Ты хочешь знать, что это за деталька? Ты хочешь знать, что это за деталь и для чего она нужна? Я тоже очень сильно ждал эту деталь. И протестировать, работает она или нет. Как она будет выполнена и как она будет реализована. Смотря на те самые мысли компании U4 из Краснодара, которые сделали вот такую вот инновационную штучку. Ну, не знаю, инновационная, не инновационная, но об этом ты узнаешь чуть попозже, а пока не переключайся с тобой, да, ладно. Эй, всем привет, это Дава Дым, и мы сегодня будем снимать обзор на такую вот интересную штучку и проверим, имеет место быть или нет. Как утверждает производитель компании U4 из Краснодара, что этой штучкой можно регулировать тягу. То есть, вот так вот, да? Как бы больше, меньше. Я ее уже 2 дня, наверное, просто кручу, пытаюсь все это понять, как бы, ну... нужно ли это? И поэтому, собственно, мы сегодня с вами вместе ее и протестируем, и я вам расскажу свои впечатления из прошлых покуров. Как я ее крутил, как я ее не крутил, какие минусы я в ней нашел, что в ней не так, что нужно доработать. Но это чисто мои мысли. Поэтому давайте продолжим. Компания U4 это бюджетные кальяны из Краснодара. Это те самые первые ребята, которые сделали кальян из пластика. Не на 3D принтере, вот эту хуйню говенную, да? А нормальный кальян из пластика, как бы, да? Который, в принципе, курился и очень стал популярным среди кальянных в сегменте, так даже сказать, лоукостеров, да, то есть бюджетники. Так вот, давайте посмотрим, что у меня в коробочке. Я это все заранее разобрал, кстати, и понял очень печальную вещь. Когда-то раньше я думал, что кальяны это что-то технологичное, очень жесткое, какие-то характеристики и так далее, да? Я давно уже понял, что это лишь трубка и как бы коннекторы, и колба, и все, да? Но компания U4 раз и навсегда разрушила мою мечту о том, что кальян все-таки это какие-то изюминки, это какие-то настройки, это какая-то мелочь. Шутка. Так вот, у нас есть вот такая вот палка, которая реально можно пиздить. Да, как бы, смотрите, она не раздельная, она цельная, металлическая часть, то есть не раскручивается, не разбирается. Далее, на эту, сука, часть, вот такое вот основание, просто роняется, опа, уже кальян нарисовывается, да? Далее, роняется вот эта штучка, и вуаля, в принципе, кальян готов, но... Кстати, это новая модель U4, очень, кстати, интересная. По сравнению с тем, что они делали, когда выпустили свою первую модель из пластика, у меня был на нее обзор, и я очень много нашел в ней минусов, начиная от резьбы, заканчивая, собственно, краской. Здесь по камень все нормально, краска у меня еще не облезла, такой приятный темно-вишневый цвет. И вот такая вот штучка, собственно, ее мы сегодня и будем тестировать. Давайте я сейчас... Ладно, хуй с ним, кальян попозже соберу. Поначалу расскажу про нее. Потому что потом возможности такой у меня не будет. Так вот, это регулятор, мать вашей, тяги. Да? Суть заключается в чем? Я не знаю, вам видно будет, не видно. Есть вот такое вот отверстие. И оно вот так вот, собственно, как сместитель вашей ванной, да, открывается, закрывается. Но я сразу понял, что в нем проблемы есть. То есть вот так это выглядит. Кому интересно. Когда мне его прислали, я его раскрутил, а потом 2 часа не мог собрать. Почему? Потому что резьба, она очень некачественная. Вот все, на данный момент все, у меня ее заклинило. Я не могу ее ни туда покрутить, вот сейчас могу. Вот сейчас стало. То есть резьба, она явно сделана как экспериментальная, да, но еще до конца не доработана. И в этом как бы есть минус данного экземпляра, который есть у меня. Вот, все, он не закручивается, соответственно, курить я не смогу как бы. Все, мы его... Блядь, сука, нахуя я это сделал? О, все, попало. Далее, интересует меня вопрос в том, что
А сок, да, мы привыкли называть это сиропом, соком, там, но никак не муасселем, да, а будет скапливаться, если, допустим, у меня она открыта совсем чуть-чуть, и я любитель пиздец-пиздец жесткой тяги, да, прям узенькой-узенькой, то как это будет реализовано и, блядь, что будет, давайте на это посмотрим. Так вот, давайте я соберу этот кальян. Бля, простите. У самого чуть сердце. Далее, эта штучка накручивается. Кстати, можно собрать без. Без как бы, да, но весь обзор не этого кальяна, весь обзор вот этой маленькой штучки. Это мы накручиваем вот сюда. Кстати, сюда на порезьбе становится очень хорошо. Так, мы это накрутили сюда. Сейчас сильнее сделаем. Далее у нас есть блюдце. Кстати, по поводу блюдца я не знаю. По пизде оно быстро пойдет или не быстро. Если не очень быстро, то этот кальян я разыгрываю прямо сейчас. Что нужно сделать? Нужно зайти ко мне на страницу в ВКонтакте, да, воды, найти этот обзор на моей странице и сделать просто репост. И 15 июля мы выберем победителя. И тому я его этот кальян и отправлю. U4 с вот этой вот штучкой. Если репостов наберется больше 100 штук. Так будет честно. Так, все. Мы его собрали, собственно, да? Грубо говоря, поставим его на колбу. Колба моя. Дима не прислал колбу. Я за это его не очень сильно люблю. Так вот, но есть очень пиздатая вещь, ребят. Она шла в комплекте, я ее долго не видел, потому что она там была спрятана. Это вот такой вот мундштук. Мундштук реально охуенный, но суть не про него. Просто говорю, что мундштук они сделали реально охуенный. Это будет топовый мундштук, он очень удобный, на него нарезают мундштуки. Ну так, ладно, давайте это, собственно, всю эту вещик тестировать, да, я пойду сейчас забью чашечку, поставлю угли, и когда все это раскурится, мы начнем ее крутить и курить, и я буду делиться с вами, собственно, с впечатлениями, так что пока не переключайся. Собственно, мы вернулись, а я его уже пораскуривал. Так сразу напомню, хочешь этот кальян выиграть, заходишь ко мне на страницу ВКонтакте и находишь это видео на стенке и делаешь репост этой, сука, записи. И 15 июля я выберу победителя по репостам, и, собственно, вот там уже решим. Кому он поедет. Так вот, сейчас я раскуриваю на самой легкой тяге, то есть, да, там по факту ход в этой штучке всего, ну, сантиметр. То есть, вот так уже тяга очень, она не перекрывает тягу, она делает ее очень тяжелой. Примерно сейчас покажу. Знаете, старые такие сирийские кальяны. Не сирийские. Китайский вот этот кальян, знаете, дынька, арбузик, как ее только не называли. С вот таким вот шлангом, вот такой длины, вот таким вот мундштучком. Но! Я вам скажу. Она не дает того, что должна дать. Как мы знаем, тяжелая тяга, то есть не легкая, а именно сопротивление, оно дает насыщенность вкуса. В данном случае она просто делает тяжело. То есть жесткую, такую тугую тягу. Но насыщенности больше не стало. Просто стало тяжелее тянуться. И, как я и говорил, ход всего сантиметр, то есть мы берем, поворачиваем ее буквально на сантиметр. У нас самая легкая тяга. Кстати, за те времена, которые я уже покурил его, я заметил, что если кальян сильно вибрирует, то эта штучка начинает откручиваться постоянно. Также, если крутить ее дальше, то смысла нет, потому что вот эта крутящая часть отходит от некрутящей части, и здесь получается пространство, и эта дырка, она, в принципе, уже не влияет. Хочешь легкую тягу? Кстати, она еще и сифонит, ребят.
Да. А если чуть дальше ее раскручивать, то явно, что резьба не герметичная, она начинает сифонить. Так что чуть-чуть. А! Ха! Сука! Не знаю, видите вы, нет? Бля, жалко, вы не видите, но с нее выходит дым. Допустим, даже если я ее до конца закрутил, при продувке с нее выходит дым. Я сейчас вам продемонстрирую. Сейчас я раскурю его немного. Так, дымом в колбу набрали. Вот, я закрутил ее в максимум. Сейчас я попробую штатив поднять аккуратно. Так, смотрите. Она сифонит. Это... Так, вот сюда. Это крайне хуёво, ребят. Я думаю, почему насыщенности нет? Потому что она, помимо того, что даже при слабом выдуве, а с хорошим клапаном на U4, дым все равно оттуда выходит. Это хуёво. Это сразу, ну, дорабатывай. Дима, дорабатывай эту вещичку. А так идея, в принципе, прикольная. А вот если бы ты, Дима, придумал такую штучку для девушек, типа, туда ее встраиваешь, да, и хотел потуже сделал, хотел по... как карандаш в стакане об стенку, вот было бы круто, а в кальяне это немного у тебя не получилось реализовать из-за герметичности. Я как-то внимания не обращал, я сейчас на это внимание обратил. Да, пиздец, нахуй. Хуёво дела. Но ты все равно его можешь выиграть, потому что можно курить без этой хуйни. 15 июля розыгрыш. Делай репосты записи ВКонтакте. Так что всем спасибо. Это был Дава Дым. Это компания U4 из Краснодара. И ихняя инновационная штучка, которая утяжеляет тягу. Которая сифонит, блядь.